Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 9. За две книги заплатили 560 рублей. Цена одной книги составляет четвертую часть цены другой книги. Сколько стоит каждая книга? Пусть x рублей – цена одной книги. Пусть одна часть – это цена одной книги от стоимости всех двух книг. Так как цена второй книги составляет четвертую часть цены первой книги, то 4 части или 4х рублей – это цена второй книги. Так как за две книги заплатили 560 рублей, одной части мы прибавим 4 части, получим 560. 5 частей стоят 560 рублей. Найдем стоимость одной части, то есть цену первой книги. Для этого мы 560 разделим на 5. 5 делим на 5, берем по одному. 6 делим на 5, берем по одному и 1 в остатке. 10 делим на 5, получаем 2. Получается, что 112 рублей стоит одна книга. Вторая книга стоит в 4 раза дороже, то есть 4 таких части. 12 умножить на 4, мы получим 448 рублей. Столько стоит вторая книга. Проверим, если мы 112 прибавим 448, мы получим 560. Столько стоят две книги. Ответ. 112 рублей – стоимость одной книги и 448 рублей – стоимость другой книги. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.